огни святого Эльма. Ураганы проносились в сердце моем, засасывая в свои воронки все окружающее пространство, разбрасывая захваченные на многие километры своего пути. Люди прятались в подвалы и ущелья, чтобы переждать бурю. Я чувствовала себя божеством, повелевающим стихиями. Когда я плакала, то плакало все вокруг меня. Когда страдала, то солнечные бури повиновались мне. Совершенно неожиданно выбросы своей все прожигающей энергии совершая, искривляющей наше пространство-время своими протуберанцами. Когда я тихо замирала, то изумительным следом моего молчания и тишины становилось невероятное северное сияние. Возникающие встречи магнитного поля Земли с обтекающими ее волнами солнечной намагниченной энергии, видимой только на крайнем севере, там, где холодно, очень холодно. Эти огни святого Эльма на небесных кораблях сияют и привлекают своей красотой и торжественностью, недоступностью и непостижимостью. И ты на миг забываешь, что пусты эти корабли. Лишь призрачно бороздят они небесные океаны в абсолютно холодном, бездушном, черном космосе моего холодного, хоть и страстного сердца. Огни святого Эльма.